Сейчас я тебе покажу, как я чинил твой экскаватор. Для начала убрал все остатки колеса, чтобы освободить вал. Взял штангенциркуль и замерил диаметр вала. На штангенциркуле есть дополнительная шкала. Называется она Нониус. Она позволяет более точно определить диаметр вала. Штангенциркулем замеряю все основные размеры. Замерил два диаметра колеса. Общий и острыми губками внутренний. Также штангенциркулем можно замерять внутренние диаметры. А специальный штырек с обратной стороны штангенциркуля – это глубиномер. Им можно замерять глубину отверстий. Замерив все основные размеры, я посчитал количество углублений на колесе. Раз, два. Они нужны для защиты колеса от проколов и для лучшего сцепления автомобиля по грязной дороге. 15, 15, 16. Я нарисовал колесо на компььютере и распечатал на 3D принтере. Это 3D принтер. Он печатает расплавленным пластиком. Пластик хранится в катушках. Вот в таких катушках хранится пластик. Пластик бывает разный по составу. Как печатает голова? Устанавливаем вот там катушку пластика. Вот здесь он проходит и идет в отпечатывающую голову. Голова нагревается, ну, до большой температуры. Расплавляет пластик и выдавливает его. Пытаюсь фокус поймать. И выдавливает его на... Ну, на стол. Соответственно, когда первый слой выдавило, стол опускается вниз в моей конструкции, ну, в моем принтере. Ну и печатается следующий слой. Все инструменты должны лежать на своем месте. У сверлок есть своя коробочка, где каждое сверло на своем месте. Можно взять сверло нужного диаметра и зажать в патроне дрели. И вот колесо уже почти готово. Но просто так его на ось не одеть. А если оно оденется, то легко его можно будет снять. Поэтому я взял горячий паяльник. Нагрел железную ось машинки. Пластик колеса расплавился и плотно сел на ось. После того, как ось и колесо остыли, машинка была готова.